Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости! Вы на канале Лоскута Мания. И с вами я, Марина. Сегодня я приглашаю вас в весенний сад, на свой сад-огород. Посмотрите, как обильно и очень красиво цветет вот эта яблоня. Это ранетка. Называется она южноуральская. Кто знает, это вот такие маленькие яблочки, ранеточки желтенького цвета. И они наливные, очень вкусные, сладкие. И вот она цветет, эта яблонька, каждый год. И дает очень обильный урожай. Я раздаю и соседям, и знакомым, и с работы приезжают, набирают. И сама делаю очень много заготовок. Посмотрите, какая красавица. И в этом году она тоже цветет. А эта яблоня, ну вот, к сожалению, я не знаю ее название, сорт какой, я не знаю. Когда я ее покупала, я говорила: пожалуйста, дайте мне поздний сорт. Зимний, даже не осенний, а зимний. Вот это крупные, такие желто-зеленые яблоки без единого бочка розового. Вот они одного, однотонные, одного цвета, желто-зеленые. Я их собираю, перекладываю бумагами и оставляю под кроватью. И эти яблочки, которые собраны с дерева, уходят у меня в зиму. И когда они полежат, они очень-очень вкусные. Но тем временем вот вы посмотрели вишенку. И вот это другой сорт вишни. Вот всегда на веточке две ягодки. То есть вот такая галочка растет. Две веточки, две ягодки. Всегда две. Я тоже не знаю, какой это сорт. Но она очень крупная и сладкая. Я ее всегда собираю, делаю из нее и вареница, и просто убираю, стерилизую без косточки в зиму для пирогов. Очень вкусная вишенка. А посмотрите, какие цветочки. Просто невеста. А это сирень. Это, я вам честно признаюсь, это не моя сирень. Это около соседа. Мы вот когда выходим со своей дачи, вот около соседа вот такая вот растет обильная сирень. В Оренбурге очень холодно, ветрено, но тем не менее сирень распустилась. Посмотрите, какие грозди. Ну, они мне разрешают. Я рву эту сирень и делаю даже настойки для растирания суставов на спирту. Сирень – это же лекарственное растение, не только декоративное. А это мои нарциссики. Вот такие неприхотливые, простые цветочки. Никакие не махровые, самые обычные. Но они очень и очень душистые. Есть декоративно-лесные, а есть душистые. Вот этот вот как раз запах, когда заходишь. Даже вот на огород я захожу, подхожу вот к этой грядочке. Вы не представляете, какой аромат. Посмотрите, какая юбочка. Скромная, желтенькая и с красной такой оборочкой. Вот такие нарциссики у меня. Их у меня посажено два рядка. Они разрослись. Посмотрите, какие хорошие. Вот рядом аквилегия, она уже тоже набрала цвет. Когда будет цвести, я обязательно вам покажу. У меня несколько цветов аквилегии. А вот это нарциссики. Посмотрите, какая прелесть. Нежнейший цветок. Вот какая прелесть. Так, смотрите дальше. Это виноград. Вот несмотря на холодную погоду, он уже выпустил соцветие. Именно на этом месте
Потом будут образовываться грозди винограда. У меня несколько сортов винограда. Вот в основном два куста больших Алёшенькин. Это белый такой виноград, очень сладкий. Традиционно выращивается вот в Оренбургской области. И Родина, круглый, черный, и Магарача. Это розовый крупный виноград. Вот мой сын пашет землю под посадку картофеля. Мы посадили картофель, и вот сейчас пошли дожди. Я считаю, что мы это сделали вовремя. Также я вот подокрыл, высадил уже рассаду перца и помидор. Вот посмотрите, вот наши яблоньки, которые я вам показывала. У меня очень маленькая дачка, но каждый метр земли использован, обработан и согрет моей душой и руками. Поэтому я свою дачку очень люблю. Вот тепличка у меня сделана из простых рам. Там уже взошли огурчики. Здесь посажена морковка. А вот эта вся площадь засажена картофелем. Это зелень, укропчик, петрушечка. Там вот слива и малинка. Вот такая вот у меня дачка. А вот это я вам показываю, девочки, не могла пройти мимо. Сняла вот это вот замечательное дерево. Это декоративное яблочко, яблонька. И она родит такие маленькие красные яблочки. Но посмотрите, какое буйство цвета. Боже мой, какая прелесть. Ну, просто прелесть прелестная. Такое большое дерево и такая красота. Ну вот в Оренбурге последнее время вот ветрено, холодно, а природа берет свое. Цветение, просто буйство красок. А это тоже декоративная яблонька. И вот посмотрите, она вся в цвету. Просто невеста. Ну что ж, мои хорошие, вы вместе со мной побывали в весеннем саду. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.